treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Это майонез точно? Сижу на качели, такая обозреваю достопримечательности у соседей. Вот обратите внимание, вдоль заборчика нашего общего, это наши теплицы, две стоят, и вот забор общий. Вот эти вот сосны, хотела сказать, это кедры. Это кедры, которые Гена несколько лет назад нам и себе привозил из тайги. Они были вот такие, былинками. И сейчас смотрите, какие красавцы стали. Это переместились мы в дом соседи, и все та же позиция number one. Да, Паша? Че, в Ютубе сидишь? Решили накрыть стол на веранде, потому что тепло. Все, вот настежь открыли, 16 градусов на улице. Здесь так здорово, прохладно. Сок березовый, давай. Только единственное, чтобы не с моих берез, я вас умоляю. А здесь твоих ты что, как-то разрешать буду? Да, я буду разрешать, я не могу. Это как будто у детей своих кровь пить. Смотри, какой еще налить. Спасибо. Смотри, какой прозрачный. Смотри, какой прозрачный. Да, наливать? Ну-ка, дай попробовать. Сейчас. Я не... Это очень полезно. Я не знаю, вот я налила кому-то. Все лечимся, На, поставь. Это мне. Все лечимся от пневмонии. А, да? От COVID-19, да, от пандемии. Все лечимся здесь. На самоизоляции, да. А где Паша? Нам никто не поможет, кроме нас самих. В двери выгнали, так ты в окно лезешь. Что ты там делаешь? Что ты там? Я здесь проветриваю. Ну да, да, там хоть прохладно уже ждут. Ты красная прям уже, вот прям, да, красноватая уже. Ну, духота такая, конечно. А непривычно, да? После зимы сразу раз, 2016 градусов. На воду хочется. Вообще, ну. Курочка. Облизнуться можно. Так сильно хочется, обалдеть. Это мама солила помидорки, черри. Свежие овощи магазинные пока еще. Наша домашняя аджика, которую мама также делала. Они решили в баночках. Лечо. Не стали выкладывать, чтобы потом обратно не закладывать в баночки. Ну, набор туристический, понятно, да? Для женщин, для мужчин. Просто зелень, которую мы любим так кушать. Хлеб, естественно. И будет еще торт. Тирамису я купила для того, чтобы усладить наш сегодняшний день. А, я забыла показать еще картошечку. Каждый сам себе будет накладывать. Парит. Красотень. Это Бога. Сок с другой березы. Это ты хотел с Павлика, смотри, как сок капает. Вкусненько, да? Вкусненько. Уже присаживайтесь, пожалуйста. Мясо жарится. Ну и что? А, ну понятно, здесь главное вот это вот. Не пьянки ради, а для здоровья. Да, да, точно. Ань, что будешь спрашивать? Полезно от коронавируса алкоголь. Да. И внутрь, и снаружи. Вообще, просто говорят, снаружи. Нет, вообще говорят, снаружи, конечно. А мы решили, что внутрь. Не-не-не, внутрь легкие. Мнение врача мне Денис прислал. Врач говорит, что полезно. Короче, мы сами все врачи. Да, он лечимся как можем. Пневмония, если начинается. Вообще, я поражаюсь, почему до сих пор еще не изобрели вакцину. Так давно уже русским народом изобретена, правильно? Водка. Чего надо еще? Водка, самогонка, что мне ваша водка? А, ну ладно, самогонка. Сейчас я достану.
Красивый это. Ой, вообще обожаю эту самогонку. Давайте, тебе что налить? Давайте, ребят. А что есть? Вино есть, водка, коньяк. Ничего нету, только сок березовый, нахер береза. Ну что, актуальный тост за наше здоровье, ребята. И за здоровье всего мира. Давайте. Давайте. Ура! Ура! Пусть все выздоровеют. Ты будешь чокаться на? Проголодались. Хочешь? Ну давай. Проголодались. Я всегда за рулем, поэтому березовый сок. Их надо просто поджаривать. Соль вредная. Они тогда вкуснее будут, эти американские сэндвичи. Тебе принести соль? Да. Разведная какая-то. Да. Помог? Где мясо? Ну вот хлебушек, что, что не нравится тебе? А, нет, солёно маленько. Курица? Не издевайся над хлебушком. Что? Мясо еще жарится? Игорь. Жарится. Ну что, ну булочка, а не хлебушек. Слушайте, ну хлебулочка. Не будем над хлебом издеваться. Да. Курочку так хорошо покушали, теперь пришло мясо. Положи ей салатик, я положу сам себе салатик. Ну дождешься. Дождешься? Да ладно, что ты... О, Гена, это вот, я так понимаю... Лекарство. От коронавируса. Это доморощенное, да, лекарство? Да. Угу. Да, я, кстати, не понял. Разработки нашей лаборатории. Надо было сказать. Да. Ну, какой-нибудь грант там или премию не выписали за такую разработку. Не, ну лекарство и должно быть такое вот, красивой бутылки. Да. Давайте, девочки, кто там? Где там? Давайте, давайте, давайте. Мы с Иваном Васильевичем ее уже опробовали два раза. Кого? Лекарство. Лекарство? Ну как мне заболели? За нас, ребята. Нет, за нас они пришли. Получается, уже это, пошла пьянка без тоста. Так что давайте за нас. Все. Вот мелькоса. Вот смотри. Ребята, вот противовирусный это одна тема, да? Да. Там такая же у нас тема. А у нас же тема еще, что вот это... Как присоединяются бактерии, начинается пневмококк, вот это, да, пневмония. Да. И говорят, что вот хорошо именно алкоголь, именно от пневмонии. Не то, что вирус, а именно вот он туда. Я, подожди, мы изобрели... Подожди, подожди, у меня... Млека назад. Пока... Ты сказал про алкоголь. Врач. Видео есть такое. Чего-чего про алкоголь? Вот смотри, не пока не перебиваю... Старше. Еще не... Деточка! Деточка! Еще не легкий, а у Гета есть самогонный аппарат. Когда пары... А, то есть аппарат включаешь, накрываешь на полотенце, поешь как-то? Ингалятор алкогольный. Да. Вот это новое изобретение. Ты поешь, как тебя бабушка и на картошке садила? Вот так и над аппаратом присели, и пока аппарат не... Не, а картошку, огурчик дополнительно с собой туда брать. Что-то было случение какое-то неправильное, почти неправильное. Ира, да его запатентовать изобретение. Для косточек, а не для мусора. А, ой. Ингалятор алкогольный называется. Для животных, да? Я запатентовал. Я на этом. Ну, я знаю. Свежий воздух подышал. Давайте. Менделеев всегда... И Менделеев правильно говорит. Батарейка. Вся зараза. Спиртом уничтожается. Да. Господи, так высоко. Господи, кто так высоко жил? Но в те времена, когда Менделеев жил, у них были проблемы со спиртом. Маленькая водичка и разбавила его. И все нормально. Спасибо. А тут, понимаешь, коронавирус. Салфетки, что там, мам, давайте. Зато международная теперь тема обсуждения. Это 6 очков накачивает. А тот накачивает 2 очка. А у тебя... Мужские разговоры, короче говоря. На тему техника, насос. Вот Пашка в маске ходит сварочного аппарата. Привет, робот. Привет. О, Снежка пришла. Иди, мы по тебе соскучились. А еще Гена вот такой купил сварочный аппарат. И что это удовольствие? Посмеялись. Маленький такой, маленький-прималенький. Хвастается нам. Вот такой вот. Посмеялись, что сварочный аппарат намного меньше, чем маска. Нет, ну понимаешь, я одну станцию купил. Ну как, классно? Да. Я одну станцию купил, на которой у меня сгорела. Та стоила там 5 тысяч. Вторую станцию купил, там 40 тысяч. Ты уже 10 потратил. Ну я тут 14. Ну за эти бы деньги... А сколько стоит такая станция насосная? 14. Ген, а сварочный аппарат, Ген? 2,5. Ты же сказал, со скидкой взял.
со скидкой. 14 со скидкой? Там сейчас. Кайфуете? Кайфуете? Это первый день такой весны, такой весны лета я называю, да, после зимы. Так классно, расслабон. Ой, паяльник. Ну и солнышко. Мур. У него нет паяльника. Мур, мур, а не солнышко. Кстати, идем заберем. Наша малина. Посмотрим, в этом году будет малина, нет. Надеемся, что будет побольше ее. А потом еще успею, если покажу теплицы. Собственно говоря, мы там еще не были, даже не заходили сегодня. Торт тут молодец вместе с нами. Пойдем играть в карты. У меня 7. Давай. А что, кому? У меня 7 пикей. У меня 6. Где она пропал? Давай. Я спрашиваю? Неизвестно. Я говорю, Паша, сходи на второй этаж, посмотри, дядя Гера там. Он говорит, мне мама не разрешает. А что мама? Почему мама такая? Потому что по этой лестнице. Это наша лестница. Это не наша, а ваша. Ну, это вот именно, что наша лестница. Вот если вам старая наша лестница, которая. Отдайте, пожалуйста. Опять к вопросу. То, что проиграли, да? Так, все, играем. Козырь, пики. Давай, покажи 6. Людям надо верить. Давай, показывай. У меня 6, Игорь. Тоже показывай. У тебя, Оля, 5? У меня нет. Удивительно, то бы я уже подумал, что у тебя 5. Валет. Король. Он специально так говорит, чтобы вы там... Отбой. А, подожди, нет, ты что? Что ты? Не торопись, ты последний, твое слово последнее. Ты есть. Еще я, да, я еще поддам. Не вопрос. Валет. Так, стопы. Валет, ну конечно. Ты что, вот будет? Король. Сейчас, подожди, секунду. Отбой. А. Твое слово последнее. Фиг вам. Домой. Деградирует. Почему коронавирус? Что ты сказал, стой? У нас в России не развивается, как в Китае. Вот а, в Америке там, да? Ну, да. Почему? Он попадает в Россию. Угу. Деградирует. Начинает бухать, курить. И потом задается одним вопросом. А зачем я здесь? В чем смысл моей жизни? Все. Игорь, ты прав. Это да. Давайте. Ну, за это дай бог, что было так. Паша! Паша! Что за космонавт? Опять глаза вырезали. Как-то ты уже ходил с мешком на голове. Космонавт Кузя. Вот слушайте, я в качестве коронавирус встретил грипп и улыбаясь говорит. Я владел почти планетой, считая людскую песню спетой. Влияние свое умножу, людскую расу уничтожу, что не смогли чума и спид, орви холера, свиной грипп. А вирус гриппа так ответил. Я в палачи ведь тоже метил. Но сколько лет я бил людей, не смог добиться их смертей. Захватил лишь пол Европы, другие спрятались в окопы. Америку, Китай возьмешь, ну а в России сам умрешь. Ты знаешь, как они живут. Чеснок едят и водку пьют. С утра там запах, как в аду. Ты хочешь иди, я не пойду. Пока ты вирус распускаешь, ты этим русских не пугаешь. Без масок ходят и толпой, и еще смеются над тобой, ну как у нас. Спиртным затарились впрок, еду изобили, весь хозблок. И вирус ждут, как божий дар, забыв рабочий календарь. Коронавирус слушал грипп и думал, боже, как я влип. В глазах его тоска и грусть. Да, я в Россию сам боюсь. Ну ладно, пускай так было бы, да. Чтобы Москва уже начала выздоравливать. Ну все, давайте, поехали. Кого еще? А, Игорь же, да, Игорь ходит. А, и да, из-под дурака Игорь остался. Из-под дурака. Да. Это щадящий, щадящий. Мы играем по щадящему варианту, да. А что, слава богу, хоть один козырь. Say that I'll be fine alone. Much to leave, and even if I don't.